ребят, здесь концентрация, как в игре, принятие, быстрый момент поменялся, я уже знаю, что делаю. Момент поменялся, я знаю, что делать. У нас же здесь через аппарат идет. Раз. Два. Три. Четыре. Не гони. Ну, все, сыграл. Ай-яй-яй, не докинул, сори. Ну, вот же. Да ничего не успел. Вот ты уже решаешь, с падением уже придет. Хорош. С падением. Отскок. Хорош. Вверх. Отскок. Хорош, хорош, ребят. Отскок какой был от меня. Отскок, да, что-то нет. Пауза. В конце сухой, да, все? Да. Здесь, мне кажется, путь больше поднимается, чем на других поражениях. Потому что вы друг друга гоняете. Здесь сыграл паузы, сыграл паузы. А вы бьете сразу. Встал в позицию. Хорош. Позицию. Оп. Хорош. Вытянул так руках себя. Оп. Вытяни руку. Нужно? Ну, если ты... Ну, вы скажите, нужно, не нужно. Ну, да. Давайте-то. Ты будешь? Не хочешь? Вот я. Будешь? Не хочешь? На обеде потом макарошек. Восполним депо. Завтра взвешивание. Зачем тебе воду? Правильно? Лишнее. Своих так достаточно. Где мяч? Там позиция. Надеюсь. Минус 2000 евро. Земли руки, чтобы пошить. Я когда в сборной У-14 был СССР, у нас был тренер грузин. После завтрака, когда ты яичницу хорошо поел, творожку сверху, тренировка начиналась с этой стороны, кувырки до той и обратно. И где-то по дороге яичница это вываливалось. Нет. Так быстро земля еще никогда не крутилась. Ты дотуда и не можешь встать. Ты падаешь сразу, и вот так крутится, и уже и блевать, и все. И еще надо обратного. Вот так. Так что придется с вами перенять то, что было в старые времена хорошее. А он объяснял для чего это? Не знаю, что это и для чего. Не рассказывал? Да нет. Три. Один. Восемь. Три. Десятку раз и паузу. 111, 21. Чтобы голова еще труднее усложнять. А то 2, 4, ну это понятно. 21 и сразу... А что это такое? Это момент. 44. Ты цифры долгие, я не успеваю. 3. Ты долго говоришь. 7. Сразу пошло. 4. 12. 3.
8. 10. 3. Мы уже 10 сделали. Да, да. Хорош, Мори. Потом пауза, включился. Пауза. И 44. И знаешь, 40, а дальше что будет, я не понимаю. Только это. Отбивай, чем? Вот так? Вот. Тот сразу выкидываешь вверх. Вверх? Вверх. Вверх. И тем ему передачу делаешь. А ты то же самое. Подбиваешь, я подбиваю, потом кидаю, выкидываешь, да. И ему передачу делаешь. Твердо держать. Лунь, выше подбей, как Луня. Лунь, надо выше прям? Да. О, выше, у тебя время будет. И сразу кидай. Шуя. Стоп, уже. Стоп, беготня. Ну как? Блин, гидрос достали. Плохо. Ты должен в этом упражнении отдыхать. Вот так стоять. Раз, и передача. А не тут. Это что ты делаешь? Потому что ты вверх не кидаешь. Вот, вверх! Спокойно. На, знаешь, как второй? Тобой, когда когда он падает ниже, и второй вот так надо кидать. А я из-за него. Неправильно. А так если сбоку уже неудобно, ты тебе будешь ходить. Нет, знаешь еще тайминг, когда ты его никогда подбил и сразу кидаешь. А когда он уже опускается. А он сразу кидать. Да, он у тебя опускается. А я жду, и все, мне легче от этого. Да. Он опускается, я этот подкинул, все, у меня есть опять время. Давай, надо побиться тут. Пять сделать? Да, раз, два, три. Да, супер! Два! Супер! И бей! Супер! Раз! Над собой! Не за спиной! Раз! Супер! Два! Супер! Супер! И! Хорош! Ничего не знаю, побили уже. Пауза. Побили? Побили. Вы побили рекорд. Все, без шанс. По скорости вы побили. Здесь надо вот так стою и спокойно, и никуда не двигаюсь. Вот так. Супер. 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 Хорош, Мотя, быстро! Гинтер только простимулировал, сразу пошел. Игра до конца! Играть! Хорош! Хорош, Мотя. Да нет. Оп! Скачи ко мне, хорошо. Вас по разу. Хорош. Хорош, умница. Играй до конца. Раз, два. Хорош. Ты, зачем вот повторил вот это упражнение с цифрами или делаешь мячами? Это чтобы в разминке включалась голова. Не только механические движения были, но мы еще сами думали, что мы делаем, и чтобы разминка проходила, как мне кажется, более полезно, потому что когда включается голова, намного быстрее потом начинаешь включаться в момент, возможно, ну, какая-то реакция быстрее просыпается, быстрее, в общем, входишь в тренировку.
Сначала ты чуть не получалось, да? Ну, естественно, там у всех не получалось. Тяжело сообразить, но потом, когда включаемся, уже намного легче. Но вот это надо, да? Ну, скутать почему, да? На вот, только не надо сильно давить. Антош, сколько? Три. Спасибо. Thank you. I'm fine too. Thanks. Why are you learning English? One year ago. Eh? One year ago, but why you learn English? Why? Why? It's very important for me. Yeah. And you will play outside, right? You want to? I think so. Какое сегодня самое необычное упражнение было? Сегодня много было необычных упражнений, но ничего нового. Все их ты делал, да? Ну, подобие. Разновидность. Координация. Чтобы соображалка, чтобы включалась. Поэтому, в принципе, сталкивался. Соображалка тяжело делать? Кажется, вроде. Раз, ну, попробуйте сделать. Тяжело, не тяжело. Посмотрим, как соображалка у вас работает. Ну, я пью, я все пил, когда давали. Да, я все пил, что давали. И прям то, что это нужно пить, обязательно. Да я такой не привет, дают, я выпью. Мне не сложно. Ну не знаю, кинуть привет не будет, правильно? Алексей Кигнашевич, подъеду с кругой, так, что нам будут давать? А почему сегодня давать не будет, понимаешь? Это должна активность проявлять. Сейчас будет лететь, все. Увидимся после обеда. Yes. Спасибо. Нет, уже есть. Спасибо большое. Спасибо, Ильич. Дядь Коль, что, помни быстренько. Быстренько, на ходу. Матей, пожалуйста. Yes. Что вкрутить такого для игроножки? Прокрутил. Еще давайте кручу. Красавчик. Крути. Крути еще. Извиняюсь.